В водоемах Луганской области начинается нерест рыбы, а потому с 1 апреля рыбинспекция вводит запрет на ее вылов и штрафы за нарушение запрета. Исключение для рыбаков-любителей. Им разрешено ловить рыбу только с берега, только одной удочкой и с одним крючком и в специально отведенных местах. Житель Белокуракина Сергей Погорелый говорит, что такие ограничения вводятся ежегодно, и это правильно. Добре відомо, що з офіційних джерел рибохорони з 1 квітня цього року буде оголошено заборону на риболовлю, включаючи і наш невеличкий ставочок. Потрібно буде їхати на інші ставки, де буде дозволена риболовля в цей період. Полный перечень мест, где вылов рыбы не запрещен, на официальном сайте Луганской рыбоохраны и на ее страничке в Facebook.